Так, ну что тут у нас? Что там, 24-е, значит, сентября. Во, как, значит, бассейн рот открыл. Очень опасно, конечно, но я решил, думаю, надо быстренько это все дело зафиксировать. Потому что сейчас это все тоже рухнет. Я подумал, что вот там эти железные фермы, до них-то ладно, не буду пока трогать. Потому что как только обрушу это, тут вообще бардак начнется. А вот это вот кусок я сейчас завалил, вон он какими лаптями, тут надо было очень аккуратно, не на себя, а в сторону завалить. А вот стенки тоже с вентиляцией со всякой, наверное. Ну, в общем, все довольно хрупко. Но вот эту стенку я сейчас завалю, и, видимо, вот эти вот на крыше первые плиты должны вообще-то упасть. Я вообще ожидал, что вот эта первая сейчас уже и грохнется. Ну ничего, что-то вроде бы, смотрю, не падает. Думаю, ладно, я бы подошел поближе, снял бы там бассейн этот. Ну я сначала думаю, все-таки эту стенку завалю. Солнышко как-то не с той стороны я начал снимать. Ну ладно. Вот, вот эту вот стенку завалю сейчас. И потом уже будет видно. Интересно, почему эти не падают? Вроде бы они там уже, где металлические эти фермы, они вроде бы там на соплях. Вот поэтому страшно туда идти. Ну ладно, сейчас я завалю, потом посмотрим. О, ребята, все-таки рухнул, черт побери. Блин, и так внезапно, там уже две плиты висело в воздухе. Я все думал, елки-палки, на чем оно там держится? Я даже, ну как, не сказать, что я там пытался оторвать их. Ну так, тронул пару раз, ну этими вот клещами. Просто так тронул, смотрю, вроде как стабильно стоит. Держится, я имею в виду. Стоит, да. И тут начал, думаю, пойду-ка я дальше все это кромсать. Две уже висят плиты в воздухе. Потом, думаю, пойду туда вовнутрь, сниму изнутри, как это все выглядит. Сейчас, наверное, сделаю паузу, пойду снутри засниму. И тут как рвануло, блин. И еще интересный момент. Я смотрю, под рубероидом еще и шифер. Или это... А, нет, это шифер, да, куски вон валяются. Короче, налепили. Вообще, честно говоря, вот сколько я тут уже это все... Я уже считаю, что достаточно здесь уже порушил, чтобы понять, что это за конструкция. Честно говоря, меня эта конструкция очень... Мне она очень не нравится. Я вообще не понимаю. Я хоть не строитель, и сопромат я не сдавал. Я не понимаю, кто это строил так. Какая-то херня натуральная. Налепили, туда напхали, там напхано, напичкано что-то, блин. О, бригада наша идет. Ладно, сейчас посниму изнутри. Пыль еще висит в воздухе. И я думаю, эту стенку надо до конца ломать, чтобы вся эта часть вот до металлических ферм, чтобы это все рухнуло. И я думаю, это уже будет хлеб. Так, ну пыль здесь очень, сюда влетела пыль дофига, и видимо она здесь так быстро не осядет, не так как на улице. Ну вот это как выглядит изнутри. Здесь вот вот эти вот фермы металлические. Ну да, видите, как плиты лежат от фермы дофига. Сначала подумал, ну да, конечно, именно так они и будут. Тут главное, уже в полу какие-то трещины появились. Видимо, хорошо, когда в бассейне вода есть. Вода тоже дает давление на стенки. А потом воду слили. Сам бассейн тут, считай, в болоте стоит. Это Юрмала это. Вот. Вот ту стенку я сейчас снесу нафиг. И вот эта вот часть этих плит попадает сюда же. Вон они рухнули. Да, шифер там. Туда дальше не пойду, боюсь. Вот. Немножко. Я не хотел, чтобы в бассейн валилось. Но это ерунда. Это мелочи. Это все фигня.
Короче, продолжаем.